Итак, опять у нас ЦАП Ксаншинг, кто помнит про него ролик, про эту шляпу. Тут такой косяк, вообще пипец. На одном стабе 5-вольтовом все питание держалось. Обязательно сделаю полноценный ролик про него. Что было сделано? Разъединены все линии по питанию, поставлены низкошумящие стабы ЛТшки. Вот, внедрен трансформатор еще один на линию Иксмоса. Его плюс то, что здесь в стоке он не питается от USB. Вот, поэтому были разрезаны дорожки, внедрено все. Это сейчас черновой вариант, ничего не закреплено. Вот, макетку сюда надо спаять. Сейчас покажу, что было и что стало. Смотрим, короче, сюда. Вот так это было в стоке. Это просто жесть. Шляпа полная. Что в итоге стало? Вот такого я добился результата. Но это еще не все. Смотрим, какие искажения стали. 9 десятитысячных. Я думаю, это отличный результат получился. Но обо всем позже. Времени катастрофически не хватает. Так что как-то так. В первую очередь хочу сказать большое спасибо ребятам, которые мне подсказывали советом. Это у нас Андрей Викторович Рубцов под никнеймом Раф, привет. А также Юра под никнеймом Акробат, парень из Беларуси, тоже подсказывал много. Юр, привет. Я, как уже говорил, я не специалист, а всего лишь навсего аудиолюбитель. Просто не боюсь экспериментировать и люблю познавать что-то новое. Поэтому ребята подсказывали, за что им огромное спасибо. Обо всем этом поподробнее будет потом.